Так, прием. Раз, два, три. Раз, раз. С вами Казуку Фэмили. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, кто пришел, кто придет. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. И сегодня мы поиграем в очень короткую новеллу под названием «Ловушка от Джестера». Вот, это очень короткая новелла. Тут всего лишь 6 концовок. Вот, я покажу вам не все, но покажу то, что получится. Вот, так что присаживайтесь поудобнее. Это даже я не назову стримом, а назову видео. Потому что тут игра проходится минут за 25-30. Так что, в принципе, прожимайте лайкосы, делайте репосты, приглашайте друзей. А мы, в принципе, как говорится, приступим. Всем приятного просмотра. Я постараюсь более конкретно как-то вам все показать. Так что спасибо. Погнали, да. Так. Ваша голова болит. Вам холодно. О, ваше высочество, вставайте, здравствуйте. Этот голос, вы его не узнаете? Последнее, что вы помните? Вы живы? Вы живы? Так, как вас зовут? Все как в тумане. Скажите мне, если вы все еще мертвы, ну же, не заставляйте меня здесь торчать. Кстати, когда он сказал, или она, по-моему, мы за героиню, да. Когда она сказала «все в тумане», я вспомнил мультик и сказку такую, но если вы помните, «Ежик в тумане», да. Прикольная тема. Лайк, если кто-то помнит «Ежика в тумане». Ага. Такс. Здорово. Вы встали? Проснитесь и пой, Соня. О, господи, тут знаете, сколько отсылок у японцев? Знаете, похоже на начало Half-Life 2. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Ну, реально похоже на это. Я надеюсь, вас не побеспокоил? Не. Было бы обидно, если бы я испортил ваш сладкий сон. О, и вот тут у нас получается будет первый выбор. Так, я, наверное, на второй слот сохранюсь, чтобы не испортить историю. Так, подожди, вернуться. Так, давайте попробуем то, что попробуем. Доброе утро. О, вы довольно бодры, не так ли? Так мило, я хочу пожамкать ваши пухлые щечки. Вы мне уже нравитесь. Хе-хе-хе-хе-хе. О, ты мне тоже нравишься. О, боже, вы такие милые. Можно мне забрать вас домой? О, поцеловать. Ну, давайте сделаем для прикола, если мы за героиню играем. О, хотя можно две концовки сделать. Сейчас, секунду. Сделаем поцеловать. И тут он офигел. Боже. Какая смелость. А знаете, что мне напоминает этот персонаж, незнакомец Джестер? Этот. Вспомните Gravity Falls, как выглядит этот из Gravity Falls, пирамида. Вот подобие улыбки, как из Gravity Falls. О, я заключаю с вами контракт. Контракт? Я не заинтересован в вашем сердце, однако.
Я хочу насладиться вашей душой. Он прикладывает руку к груди и кланяется. Jester, demon of betrayal and nightmares, at your service. Джестер, демон предательства и кошмаров, к вашим услугам. О. Спасибо, чувак, будем знать. Так, я хочу сделать этот скрин. Так, стоп, подожди, а тут я его не сделаю, да? Блин, ну ладно. Короче, погнали дальше. Этот человек исполнит ваше самое сокровенное желание, мастер. Демон. Почувствовали острую боль в голове. Воспоминания о кончении, типа мы умерли. Преданные вашим ближайшим помощникам. Пам-пара-па-пам. Опу. Вашей семьей. Офигеть. Вы умерли. И сильное желание внутри ваша месть. О, такая прекрасная испорченная душа. Итак, мой дорогой мастер. Так. Не называй меня так. А, как обращаться? Ну, давай. Так, а можно... А, подожди. Казоку. Фе. Мэ. И... А. Тут не хватает, да? Давайте пробел. Во. So it is. Да, Казоку Фэм. Well, тогда, дорогой Казоку Фэмили, закройте глаза. Окей. Вы чувствуете тепло его на руки на своих глазах. Тепло его руки на своих глазах, господи. Жар остался даже после того, как он убрал свою ладонь. Не открывай их. Он исчезает. Ты кто? Вы слышите голоса снаружи. Нет, монстр, пощади меня. У кого есть скелет в шкафу, забавно слышать. Нам просто было поручено избавиться, и все. Думаешь, для меня это важно? Стало тихо. Откройте глаза, дорогуша. И все в крови. Вам это нравится? Ну же, мой прекрасный Казоку Фэмили. Давайте вместе разрушим этот мир. Пусть это будет нашей брачной клятвой. Пока смерть не разлучит нас. Концовка... Until dead, do you's. Ну ладно, пусть будет do you's part. Первая концовка. Translation. На русский перевел Виктор Лихт. Ему за это спасибо. На японском, на германском, малазайском, китайском, испанском. Ага. Окей. Музыка из zepsplat.com. Окей. Так. Каким концовкам еще можно прийти? Так. Хорошо. А, вот, мы не знаем друг друга. О, милашка, вы правы. Как грубо с моей стороны. Думаю, вы можете называть меня Джестером. Мой дорогой мастер. Так,
Ну, давайте еще раз Казоку Фэмили введем. Да блин. Да ё-моё. Казоку Фэмили. Так. Интер. Подожди, а такая же концовка будет? Сейчас, секунду. Мне просто интересно. Так. Ну. А нет, концовка 1Б. Мой мастер. Вот, то есть, если когда мы узнаем друг друга, он называет My Master. My Master, motherfucker. Так, а если... просто, конечно... Человек-питомец. Как воспитать? Ой, господи, восхитительно. Тогда не обращай внимания на наш контракт. Руку протягивает. Должны ли мы? Так, подожди. А концовка, если ему руку не протянуть или взять? Подожди-ка, если взять. Вы понимаете, что вам больше некуда идти. Таким образом, вы берете его за руку. Нечеловеческое существо, куда же оно нас заведет? Ну? Но, конечно, где угодно лучше, чем здесь, верно? Так, концовка третья какая-то, да? Так, хорошо, а если не брать его за руку, какая концовка будет? В смысле, берете? Я же нажал «не берете». Серьезно? Ладно, давайте попробуем. Так, мы поцеловали. Хорошо, конечно. Но мы еще не знаем друг друга. Серьезно? Так, а если загрузка? Вот. Где я? Призвали тебя. Ага. А ну, а если... Подожди-ка. Ответь на мой вопрос. Как ты обращаешься с гостем? Вы призвали меня сюда. Ничтожество. Призвал? Я призвал клоуна, зашибись. Я что, неясно выразился? Тогда где мы? В карете. Ударить его. О. Ладно. Hey, that hurts. Это больно. Wowza. Actually, that felt good. Прикольно. Блин, я знаете, какого джестера вспоминаю? Помните, в Devil May Cry 3 был джестер? Ну, в этом. У него голос даже похож в этом. Дьявол тоже плачет. Советую игру поиграть. Даже анимешка, по-моему, есть. Ну, короче, Devil May Cry 3. Сделай еще раз. Пожалуйста. Так, кажется, вы пробили в нем что-то. Сделайте это. Вы шлепнули со всей силы. О, да. Это так приятно. Я заключаю с вами контракт. Контракт? Я хочу насладиться вашей душой. А, ну это было. Демон. Острую боль в голове. А, ну это мы знаем. Ваша семья, вы умерли, да. Опять месть. Испорченная душа. Дорога к проклятию или бессмысленную смерть? Ответ довольно ясен. Не так ли? Взять его за руку. Это было началом богохульного партнерства. Святотатственный демон и его монарх. Вместо они оставляют за собой разрушение и страдания. Ах, на какую прекрасную симфонию мести они создают.
О, концовка 2. Короче, какая-то концовка 2. Короче, мы попали на концовку 2. Теперь. Давайте попробуем. Так, может, задвинешься? Где я? Вот. А, подожди, призвали. Понятно. Да, хорошая ловка. Давайте сохраним этот корабль в плавании. Я не понимаю. Я говорю не на том языке. Привет. Коничива. Камуста. Аненхасё. Ола. Стоп, и так понятно. О, как мило с вашей стороны. Я краснею. Почему? О, я понял. Он полностью игнорирует нас. Так, ну это уже было. Контракт. Концовка 3B. Уф. Так, а по-моему еще одна концовка осталась, да? Где я? Доброе утро, может заткнешься, ну-ка. Вы станете морщинистым, старым, усталым, грустным еще быстрее, если всегда будете чокнутыми и грубыми. Не могу вас винить, вы спали на этом очень грустном, холодном, твердом дереве. А он прав. Почему вы спали на полу? Вы вылезли из мешка. Думаю, это то, что вы получаете за слепое доверие. Соленое и сладкое предательство. О чем он говорит? Ну что ж, один раз шут, шут навсегда. Он пожимает плечами. О, то есть получается сейчас либо разозлиться, либо смириться. Значит, я на правильный рут вышел, да? Так. Второе. Так, ну давайте попробуем смириться с этим и спросить, что происходит. А, это уже, по-моему... Так, лодка, по-моему, была. Чувство взаимно? Вы понимаете, что это значит? Вы мне нравитесь, друг. Можно мне забрать вас домой? Ага. Опять на этот рут мы выходим, да? Блин, ну это мы все вроде отвечали. А если... Я не о вас говорил. Он про шута. Теперь мне скучно из-за тебя. Следовало бы знать, что отвечать на вызов чопорного аристократа будет пустой тратой времени. Теперь вы сами по себе. Увидимся, не хочу словить вашу королевскую тупость. Оу. Прежде чем вы успеваете еще вставить слово, ваш взгляд внезапно начинает темнеть. Вы не можете дышать. Он нас убивает, походу. Вы ничего не слышите. Почему? Что произошло? Что сейчас происходит? Нет никакой боли. Но вы понимаете, что ваша жизнь ускользает. Вот так просто вы увядаете. Концовка 4. Ты проиграл или сгорел? Так, о чем мы сколько концовок посмотрели? Duis Part, Abandoned Pet мы посмотрели, My Master, Партнеры, по-моему, You're Boring. Вот я не знаю, по-моему, концовку 3B мы не посмотрели, а Unwilling Pet. Ну, короче, мы посмотрели, по сути, с вами, наверное, 5 концовок. Вот. Короче... Я не знаю, в чем смысл данной новеллы. Нет, смысл он немножко понятен. Я просто разговариваю с вами, чтобы немножко потянуть время этой записи. Ну, в смысле, маленькой короткой премьеры. Короче, в чем суть? Суть соли такова.
Вас убила семья, ваша собственная, вы умерли, вас предал ваш близкий друг, вас убили, и ваш труп везли по ходу на карете, чтобы закопать, отвезти и так далее. Но это я так понимаю. Вот. Получается, на грани смерти вы вызываете демона, вот этого шута. И получается, у вас несколько путей. Вы заключаете контракт с этим шутом. То есть, если вы ему нравитесь, вы начинаете захватывать вместе мир. Если не нравится, он вас убивает. Вот. То есть, получается, суть в том, что... Маленькая такая история, вы едете в карете мертвым, призываете этого шута, который похож на шута из Devil May Cry. Дьявол тоже плачет. Ну, про Данте, все мы это знаем. Вот. В общем, вот такая, в общем, коротенькая игрушка. Интересная, но короткая. Она, кстати, бесплатная в Стиме. Я, наверное, выложу ссылку на бесплатно в Стиме ее. Вот. Но мы будем дальше проходить интересные новеллы. Мне эта новелла заинтересовала. Здесь есть достижения. Я обязательно тоже напишу о ней обзор. Вот. А всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Спасибо, что пытаетесь поддерживать, морально помогать. И так далее, что у меня появляются новые подписчики, зрители. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили, дорогие друзья. Всем до скорого. Всем, как говорится, блага и добра и любви. Играйте только в хорошее. А мы вам будем показывать то, чего вы не знаете. Или то, что знали, или не знали. Но мы вам показываем мир интересных игр. Комментируем, разговариваем. А всем спасибо за внимание, с вами был Казуко Фэмили, всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем пока!